Do
отлично показывал себя на кремлевском турнире. Но в финале я лучше не буду вспоминать, сами вы все прекрасно знаете. Мастер спорта международного класса из Молдавии, любимец местной публики, за которым сейчас вот как раз в зале бильярд-холла, уютного и самого, наверное, большого. Самого большого клуба в Молдавии. Писали бы, мол, зрители слишком близко сидят, не мешают ли? Нет, не мешают. И вот рядом с Виджаем находится как раз-таки его маленький сын. За соседними столами у нас также запущены матчи. Буду стараться сообщать вам о всех результатах текущих, которые будут поступать, доходить лично до меня. Не смогу, наверное, каждый раз перемещаться по залу, чтобы проследить за тем или иным вашим любимцем. Ну, пишите, спрашивайте, будем стараться. Вопрос, будет ли картинка лучше. Может быть и будет, но, наверное, уже не сегодня, извиняйте. Какой призовой фонд? Как обычно, на Кубках мира. Посмотрите регламент, это ни для кого не секрет. У мужчин это 22 тысячи долларов, у женщин 8 тысяч. Победителю турнира, которым вполне может стать как Виджай Дрангой, так еще и Александр Бойко. Я думаю, он еще покажет себя. Волевой спортсмен. За первое место победитель турнира получит 5000 долларов. У девушек сумма скромнее, ровно в два раза, 2500. Ну, вообще, в призовые у нас попадают все, кто доходит до 32. Всего 79 человек. 21 девушка. Ровно 100 человек приехало в Кишинев. Ну, понятное дело, что есть и местные игроки, которым никуда ездить не надо было. Виджай Дрангой один из них. Поначалу могло показаться, что он не в самой лучшей форме. Достаточно много ошибался и на разминке, на тренировке. Но нет, все в порядке. Клуб были только... Я приехал в этот клуб, приехал из Судака, как вы помните, с чемпионата Европы среди юношей. Виджай уже был здесь и тренировался, но не на ТВ-столе. Доксан, да, видел твой вопрос. На каких столах играют? На рубтуровских столах. И, кстати, вот этот стол, именно на этом столе в прошлом году, чуть больше года назад, проходил этап Кубка Европы. Кубка Европы, которому на смену пришел Кубок Мира. Так вот, этот стол, именно этот же стол используется у нас под ТВ-стол. И он с того турнира использовался всего-то один или два раза. Только во время турниров, только когда снимало телевидение. Все остальное время, даже когда в клубе нет свободных столов, он был накрыт и не использовался. Берегли его специально для нас и для игроков, которые показывают экстра-класс.
естественно, будем стараться выбирать вместе с судейской коллегией самые лучшие матчи. Будут пожелания какие-то высказываете. Будем выбирать парочки повкуснее. Перерыве между этими партиями подойду и разузнаю все эти вопросы в судейской коллегии. По этому поводу, что можно сказать об Александре. Победитель первого в истории финала Кубка Европы по пирамиде в 2005 году это было. В Минске, в Беларуси, Александр завоевал золото. Постоянно показывает хорошую игру. Высокий класс, который он не растерял с тех пор. Уже 6 лет прошло, но все-таки. Нет, вот уже начинает понемножку нервничать Александр. Не справляется он с не самым сложным шаром в середину. Становится равной в этой партии. А пока за тотальным перевесом Виджая мы наблюдаем. Никаких шансов дал приезд сюда действующего чемпиона Европы Андрея Фрейза. Очередной шар под железо. Да, что с таким вот делать? Одна ошибка Александра, и вот Виджай на подходе. Собирает все, что видит. Побольше бы нам таких сообщений в чате. Евгения пишет: «Добрый день, я жена Александра Бойко, смотрю онлайн и болею за любимого». Многие болеют за Александра. Он сейчас в отличном расположении духа, понимая, что песенка...
Слепцов Россия, Петрович Украина. Шестой стол, Слепцов Петрович. Аккуратно, тихо и точно. Ключевое слово, наверное, последнее. Положил шарас разбой, виджай дрангой, пирамида не раскатилась, но выискивает он парочки. Может, что-то смотрит в лузу. Артем пишет, мол, был пропих, но коллегиально тут посмотрели зрители и решили, что все-таки пропиха не было. От шара ушел туда вперед. Биток и... Ну, пока не знаю. Судьи у стола у нас, к сожалению, нет. Не хватает на все столы судей. Когда он подошел, уже было слишком поздно. Естественно, ситуация была принята в пользу играющего. Может быть, вот справедливость восторжествовала вот таким способом. Кто знает. Тем не менее, ситуация заиграна. Александр, конечно, очень сильно расстроился. Понимаю все ваши переживания, в частности, от Андрея Дубарева из Латвии, который является квалифицированным судьей и одним из форумчанинов нашего сайта billiardonline.com. Заигранная ситуация, решили, что пропиха не было, так и быть. Александр может думать об этом сколько угодно, но сейчас главное... Матч с участием Сагынбаева будет транслироваться? Спрашивает Орлан. Может быть. Почему играет Александр в перчатке? Ну, не могу знать. Вероятно, такая привычка.
На самом деле здесь в клубе достаточно тепло, если не сказать жарко. Превосходный настрой сейчас на игру Александра, можете вы это видеть. Уверен в своих действиях. Положил шар с разбоя, глазом не моргнул. Очень приятно, что смотрят нас и такие монстры отечественного бильярда, как Павел Черемисин. Здравствуй, Паша. Да, да. Ну, в порыве страсти вот переключили камеру несколько раньше, пока шары не остановились. Теперь постараемся этого не делать. Сменились соперниками у стола, прервалась серия Александра, Виджай вышел и, наверное, сыграет все-таки только один шар, теперь предстоит отыграться. Да, наверняка вы слышите прекрасно, как главный судья соревнований Юрий Николаевич Червонев. Судья международной категории из Минска, из Беларуси, объявляет матч. И это значит, что заканчиваются игры за соседними столами. Безуглов, Гоман 5-1, Крыжановский, Кочнев 5-2, Сины, Коронец 5-0, Белоглазов, Аляпьев 5-1, Кафтанатов, Рейс 5-2. Вот те результаты, которые известны мне на данный момент.
за эту ошибку должен серьезно поплатиться, Виджай. Извините, что беру некоторые паузы в нелегком труде комментирования. На самом деле стараюсь отслеживать и остальные матчи, и смотреть за вашими сообщениями. Ну и к тому же многим нравится, когда комментатор не говорит безумолку, а дает посмотреть бильярд в тишине. Хороший у нас интерзвук, и вы можете слышать то, что происходит в зале, помимо моего голоса. Вновь аккуратный, но на этот раз не точный разбой по сравнению с предыдущей партией, которую именно Виджай разбивал. Два результативных разбоя подряд мы могли видеть. Сейчас вот Виджай разбил не точно, но вновь аккуратно. Найдет ли что-нибудь Александр? Хороший вопрос. Почему не приехали Миронова и Милованова? Я не думаю, что надо меня об этом спрашивать. Вот почему нету белорусов, могу сказать. Ну, во-первых, у нас в стране кризис. И не хватило, наверное, финансов большинству. Только один представитель Беларуси у мужчины, одна представительница у девушек. Но если у мужчины Евгений Дементий не может рассматриваться как одним из претендентов на медали, то Елена Бунас представляет тяжелую артиллерию. Достаточно качественно. Такие вот покатушки через центральную линию могут продолжаться долго. Ну и расстановка шаров по бортам тоже. Сказал я про борта, и теперь вижу, что, наверное, погорячился. Серьезно не доведены до бортов они после удара Александра Бойко. Очень скоро один из шариков можно будет использовать для атаки угловой лузы, ближней к нам, правой либо левой. Ну, Черемисин Павел включается в комментарии и говорит, а толку, что шары не на бортах. Дрангуе будет сложнее отыграться, он и не отыгрывался, он сразу увидел свояка, о котором я говорил, и подставился. Виджай, у него перевес, пусть не 4-0, как было не так давно, минут 10 назад. Ну, 4-2 тоже. Весьма сладкий счет для Виджая. Ему остается взять одну партию для победы. Александру надо 3, ни одной не проиграть. Подкатывает к лузе очень неплохо. Подумали мы и решили поставить следующим матчем на ТВ-стол встречу между Чепиковым и Мачтаковым.
думаю, кто-то из вас обрадуется, кто-то, может быть, нет. Ну, всем не угодить, сами понимаете. Отвечая на твой вопрос, Илья, сколько столов, большой или клуб? Правда, не до конца я понял вопрос, о каком клубе шла речь. Здесь, в бильярд-холле, занято 13 столов. Пул и снукер, естественно, не играют. А в багрисе девушки сражаются на 7 столах. Постепенно, понемногу матч с такой активной фазы перешел к более пассивной, назовем ее так. Много оборонительных действий, отыгрыша до первого нырка, либо до первой ошибки. Буквально вот здесь полностью интерактивное. Можно нажимать на пары игроков, смотреть фамилии, карточки, их турнирный путь, статистику и прочее. Но статистика пока только нарабатывается, и турнирный путь едва-едва начался. Сегодня в 10:30 в клубе «Бильярд Холл». Ну, в принципе, смотрите, это очень интересная такая система. Tournamentservice.net. Специальный сайт для проведения турниров, разработанный Андреем Ангелиным из Киева. Андрею большой привет, если он нас смотрит, конечно же. Зритель под ником Грозион пишет: жалко, что нас, белорусов, мало на этом турнире, а так неплохо Курт осмотрелся на последних соревнованиях. Ну да, по имеющейся у меня информации,
Женя сдает то ли диплом, то ли курсовую. Не может никак выбраться из Академии физвоспитания Республики Беларусь. А может... Не секрет, что Кузьмин и так свободно выстраивает свой турнирный график, сам выбирает, куда ездить, а куда нет. Кишинев, видимо, не входил в его планы изначально. В прошлом году, по крайней мере, он сюда не приезжал, насколько я помню, на Кубок Европы. Ну, ведь же Айдрангуй непонятное что-то производит у нас. Какие-то действия, которые недостойны мастера спорта международного класса. Ошибается, но не подставляемся, не подставляется, скажем так. Абсолютно согласен с Павлом Черемисиным, который пишет, мол, не повезло украинцу, так красиво заманил и не повезло. Очень легкий такой, ну, просто поразительный удар. Ведь Айдрангуй подошел к шару, и было видно, что он его забьет. Столько уверенности в действиях даже. Да. Может быть, теперь Александр уже и не подойдет к столу. Не хотел уходить от стола, от зеленого игрового поля Виджей Транкой, но в итоге забрал свои шарики. Достаточно уныло понес их на полку. Очень серьезно задумывается об атаке сейчас Александр. Понимает, что отыгрываться тут, конечно, никак. Сложно будет. Сложно будет атаковать, хотел сказать я, но убрал специальный микрофон, чтобы не отвлекать Александра. Сижу прямехонько на линии вот этого удара, который вы сейчас наблюдали. Всего в каких-то, наверное, 2 метрах от стола. И чтобы не сбивать игрока с настроя, не исполнять, как мы говорим, пришлось на время умолкнуть. Но вот сейчас таким опасным замахом действовал Саша. Наклейка скользнула даже по перчатке.
Одну или две партии мы еще увидим. Матч продолжается до 5 побед, как вы понимаете. Максимум 9 партий. Сейчас 8-я. Достаточно сильно промахнулся, да, цокнул языком, покачал головой. Мало того, что промахнулся, еще и штрафанулся. Не было выполнено обязательное условие разбоя. Ни три шара не коснулись бортов. Либо один коснулся борта, второй перекатился. После соударения с бортом также через центральную линию. Да, досадный промах. Виджай даже не поверил сразу своим глазам, спросил Александра штраф. Ты сказал, ну конечно. И вот так вот вступает в игру молдавский чемпион. Следовала какая-то ошибка, но уверенный чужой под железо. Очень аккуратно перекатывается прицельный шар на соседнюю лузу. Вдоль коротенького борта ближнего к нам остается на игре. Настолько сильно был направлен в лузу шар, что выскочил он из сетки. Виджай возвращает на законное место. Вновь чужой. Да, бытует такое расхожее мнение, что американка, так мы называем по-простому свободную пирамиду, американка — это игра чужих. Называют ее также дурной хлопушкой. Но на самом деле самая популярная игра, наверное, в пирамиде. Непостижимым образом ошибается, поднимает кверху брови. Качает головой. Да, никаких этих действий не надо было бы производить, если бы попал точно. Сорвал удар. Не будет партийский як, как вы не просили. Хороший шанс у Александра подтянуться в счете. А если полноценно будет использовать свой потенциал, который у него весьма, весьма высок, может ответить очень хорошей серией. Достаточно будет 8. Ширина лузы позволяла шару упасть, да, Виджай. Это была ошибка. Этого, конечно, ему очень не хотелось бы. Многие зрители в зале сейчас болеют, несмотря на то, что мы находимся в Молдавии, в родном городе Виджая. Но большая делегация спортсменов из Украины не оставляет, конечно же, своих ребят. Сейчас поддерживают и щелкали пальцами в знак одобрения действиям Александра. Отыгрался вроде бы неплохо. Камера бокового вида как раз вот позволяет рассмотреть, как же остановился шар.
вплотную к борту. Ох, хотел бы я сейчас подойти и посмотреть, насколько плотно, но не буду. Очевидно, что не играется. Не с той позиции, которая сейчас предлагается игрокам. Серия отыгрышей. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило точности. Останутся шары на игре. Да, повтор этого момента покажет нам всю драматичность событий, как развивалась эта невероятная позиция. Ну вот, посмотрим. Я же говорил, уважаемый Павел Черемисин, что позиция не позволяла сыграть этого шара. Вот сейчас, выведя практически на прямую линию, Александр сыгрывает, продавливает эту губу. Похоже, что начинает серию, которая будет победной в этой партии. Не скажу, что позиция ему это позволяет, вспоминая эту самую позицию. Нет, настрой сейчас у Александра таков, что он выиграет партию. О, господи, ну не с таким же ударом. Вот, видим, что и артистичен Александр Бойко. Пощелкал пальцами сам себе. Торопился. Обычно так и бывает. Исполняешь удар посложнее, получается, а на более легком происходит ошибка. Говорит, что дома и стены помогают. Может, стены помогают, но лузы не помогают, это точно. Расстрел средней лузы в исполнении Виджая. Семь шаров у молдавского игрока и будет сейчас играть своячка через стол. Учитывая большое количество ошибок в этой партии, все может произойти, нет, спокойно, уверен. Пять-три. Дал бой таки Александр Бойко.
И вот сейчас он продолжает удивляться, как может не упасть такой свояк. Вот же он.